Всем привет, ребят. Мы продолжаем проходить легенду о Зельде. Legend of Zelda. В общем, что? Мы будем брать какие-нибудь побочные квесты, либо сюжетные квесты, и может открывать святилище. В общем, найдем чем заняться. Это у нас песочница все-таки. Вот и будем в этой песочнице рыться. Ладно, поехали. У нас, значит, есть задание. Вот здесь вот, в хижине, я нашел мужика, у которого есть у нас задание про святилище. Святилище же у нас самое важное, в принципе, да, часть игры. Вот. Он говорит то, что он не может, этот Калип, он не может больше выходить на улицу. В общем, вот здесь у него книженция лежит. Прочесть. Увидев свет зловещий в глазах проклятой статуи, пронзи их, и появится тайное святилище. А вот. Значит, время у нас сейчас 6 утра. Но если святилище светятся глаза у статуи, то, скорее всего, ее надо искать ночью. Кстати, лошадку я себе другую поменял. Съел какое-то блюдо, которое повышает скрытность, и вот теперь добрался до лошади. Оседлал такой черный рысак у меня. Так, а этот что? Ты знаешь о рыцаре, который сражался на Хатенской заставе? Нет, не знаю. Говорят, 100 лет тому назад был создан особый отряд бойцов, которых называли воинами. И один из них был тот самый рыцарь, который сражался на этой заставе. Воины пали в ужасном бою с силами тьмы, но тот рыцарь, многие думают, что он тоже погиб. Но, похоже, он мог выжить. Ходят слухи, что он погрузился в глубокий сон и когда-нибудь проснется. Потрясающе, да? Если это правда, я бы очень хотел с ним встретиться. Но речь про нас, про Линка. Рыцари и другие бойцы были готовы отдать свои жизни ради спасения мира. Об этих подвигах должны знать все. Ладно. Видимо, он... Все. Диалог с ним закончен. Ну, может, потом он какой-то квест даст, не знаю. Давай, ставим на вечер. И потихонечку будем двигаться. Это расположение этой статуи я знаю где. Поэтому... Что такое? Меня зовут Телли, я охотник за сокровищами. Я уже заметил, как... Ты уже заметил, как много здесь останков стражей. Местные жители надеялись, что стражи защитят их. Это останки надежд тех жителей. Слушай, не хочешь купить у меня детали стражи? Ну, давай, покажи. Мне, кстати, вала надо 3 штуки. Ого. Надо 3 вала, 160 за один. Дороговато мужик берет. С учетом того, что у меня вообще этих рупий нету. Подожди, я хочу убедиться, сколько у меня валов этих. У меня ни одного вала вообще. А нет, один есть. Мне типа 2 надо еще. Печалька. Я столько не это. У меня столько денег нет. Я все потратил. Ладно, поехали тогда к этому. Нам на зеленую отметку на карте. Кстати, лошадь вроде чуть получше, но ее все равно так же клинит в разные стороны. Ладно. Походу, тут просто такое управление. Ничего с этим не поделать. Очень печально, но... Я не знаю, может быть, получше приручив лошадь, и она потом более послушная станет. Может быть, не знаю. Так, вот тут у нас будет где-то проход в это ущелье. О, где-то тут. Да, вот. Тихо. Вот, и святилище поблизости сразу же отмечается. Так, гладим лошадку. Эй, лошадь.
Ну, не так часто. И спамить наглаживанием лошади не получится. Давай заберем, что тут есть. На. Ай. А я топор не поменял. Добиваем этих ребят. Все, третий. Да, покатился. Все. Мои картатки потом на шмотки поменяем. Где-то тут рядышком еще, ну неподалеку, вот желтая отметка, я тоже поставил. Там где-то еще одно святилище, но я его так и не нашел. Вот у нас глаза, где светятся. Так, ну давай. Чпок. Ну, как правило, тут, скорее всего, все квесты, которые есть, они не друг от друга пока что недалеко расположены. Так, да. Много времени это пока не занимает. Я еще посмотрим, что в святилище творится. Там может быть тоже все не так просто. Святилище Кам-Урок. Ок. Ну, пока она зырится, надо пропускать все эти заставочки. Сэкономить хотя бы на этом время. Игра не быстрая. Игра займет очень много времени. Но я рассчитываю часов на 200 примерно прохождения, а то и больше. Угу. О, вступивший в святилище, я Кам-Урок от имени богини Хари, испытание тебе предлагаю. Хорошо. Колесо времени. Шестереночки какие-то. Так, давай, наверное, сохранимся прямо вот тут. Потому что это все что-то как-то подозрительно. Как бы не подохнуть просто. Либо лишние ресурсы не использовать. Такое. Так, ну я, кажется, в самом низу. Стой, а я, наверное, тут не заберусь. А где я вообще? Так, ну давай подождем. Вот эта стена сейчас полом станет. Стой, стазис. Сковать, ну. Понятно, я не успел. Да. Слушай, ты урон еще получаешь. Так, ладно. Готовимся. Но так, кнопки путаю. Нет, это по-другому надо делать. Принцип понятен, сейчас главное привыкнуть к этому делу. А что тут шарик делает? Мне шариков таких не надо. Ну вот.
Типа того. Так, быстрее. Немножко на время надо действовать. Так, отсюда мы, получается, поднимемся по вот этим шестеренкам. И он должен оказаться вот на той лестнице. Все, окей. Так, это я заморозить не могу. Поэтому мы остановим вот эту шестеренку. Сейчас, обождем, пока круг прокрутится. Оп. Ну ладно, немножко кривовато, но пойдет. Этого достаточно. А смотреть. Я не знаю, стоит ли возвращаться за ящиком. Там алебарда лежит. Попробую ее достать, если нет, так нет, не получится. Главное, что я сферу духа ношу. Это важно. Объезженная лошадь сама держится дороги, позволяя вам сосредоточиться на том, что происходит вокруг. Ну, не знаю, у меня лошадь где-то, по-моему, в разные стороны мотыляет. Так, давай еще раз сюда зайдем. Хочу попробовать взять алебарду. Надо понять такое, как это сделать. Там что-то как-то странно оно. Ящик этот крутится. Кстати, на один пункт я себе еще стамину сделал плюсом. Пригодится. Что-то я не вижу. Где у нас ящик? Ящик, сундук. А тут два шарика уже. Надеюсь, они меня не убьют. Ящик не тут. Ящик надо, получается. Где он? Ау. Вот, стой. Как же его достать-то? Почему-то я его всегда вижу только вверх тормашкой. Значит, он получается... Да. Ау, нахрена себе. У меня что-то плотненько по мне урон прошелся. Блин, аж что-то сожрать захотелось. Что-нибудь попроще, да, вот типа такого. Пойдет. Все бы ничего, если бы не ящик. Ну, точнее, не вот эти шары. Ай, блин. Слушай, ну, по-моему, есть резон аккуратно прыгнуть. Он у нас получается прям под этой платформой. Точнее, под этим. Под этим валом он находится. Не, слушай, надо что-то еще съесть.
Что-нибудь попроще есть? Ну, так хотя бы. Само святилище пройти проще, чем ящик взять. Что за хрень? Слушай, там еще какой-то проход наверху с правой стороны. Ай, блин, там еще один ящик. Так. Это уже интересно становится. Если бы не шарики, крутись себе, да крутись, как бы, проходи. Но что-то вот эти шарики прям вообще все малину портят. Так, давай. Вставать. Надеюсь, мне хватит. Нет, мне не хватит. Придется опять чем-то питаться. Так, ладно, выше, выше. Прямо вот, чтобы прям плоскость была. Я тороплюсь. Ну, почему он так поздно вот тут? Я думаю, достанется, если один ящик, то дотянется и до второго. Так, первый готов. Что там? Упал. А мне нужен хитро сделанный второй. Так, ну вот слушай, отсюда, по-моему, ракурс получше, повнимательнее можно рассмотреть, как бы тут стать повыгоднее. Если я центральную вот эту шестеренку сейчас заморожу, то я как раз приземлюсь на вот этот ящик. Так, ждем. Примерно внизу. Нормально. Готово. Боевое копье. Серьезно? А я думал, алебарда. Вообще ни о чем. Не, я это брать не буду. Сюда назад мне не вернуться. Не, вернуться. Не скользит. Короче, зря парился. Какое себе оружие? Давай поговорим с Калипом. Куда? Эй. Он от дождя, да, походу, бежит? Ну-ка, стань. На сегодня изучение местности окончено. Грозу я сижу в домике, у моих очков душка металлическая. Ага. То есть здесь нам объясняют то, что если на улице идет дождь, идет гроза, молния бьет. Если у тебя что-то металлическое есть с собой за спиной, то оно притянет разряд. И все, и ты покойник. Обычный дождь меня не пугает, а вот молнии другое дело, их металл притягивает.
Такие дни на улицу лучше не выходить. Смотри, чтобы тебя самого молнии не ударило. Хорошо, спасибо, я понял. Вот здесь у нас еще была маленькая секретка. Я тут просто бегал и не понимал, что делать, потому что нужно было квест выполнять. Тут маленькая головоломочка. Сюда еще одно яблоко кладешь, и вылезает этот чувак. Я еще и яблоко у него забрал. Так, ну что? Святилище поблизости. Я понимаю, но оно где-то на горах походит. Давай какой-нибудь квест. С гилищами квестов никаких. Так, дальше. Пуро сказал, что профессор Робби из Аркальского института примет любые древние детали, которые попадутся нам в моих странствиях. Не знаю, вот, кстати, я там в городе. Мы сейчас туда пойдем, во вторую деревню, Хатену. Хатену, да. Там есть несколько квестов явно. Ну вот я по дороге в этот институт взял один квест. Желание любимой Мэнни, а точнее его другу, очень нравится Прима, которая работает в гостинице Дунфэн. Друг Мэнни хочет привлечь ее внимание подарком. Нужно выяснить, что Прима любит больше всего. Ну и полезные апгрейды, которые вот... Игры с Коттой. Ну ладно. Это салки там с ребенком играть. А здесь мне не хватает три вала, но у меня только один есть. Это потом, ладно. Желание любимое. Вот, давай отслеживать. Поехали в деревню. Лошадь просто очень плохо управляется. Прям отвратительно, я бы сказал. Так, слушай, наш... А, ну все. Если просто ехать по дороге, я как раз доеду до этой отеля. А, слушай. Да. Я был вот здесь. То есть вот эти вот три точки, это святилище. Вот это вот святилище не пройти, потому что там испытание силы, там очень сложный этот. Я уже зашел, посмотрел. Там сложный босс, и мне его не осилить вообще. Вот здесь было испытание силы 2, я его прошел. Я не знаю, если первое, может быть, я уже его прошел. Да, скорее всего, я его прошел. Так, ладно. Вот эти вот три. Три святилища, которых не добраться. Здесь холодно. И здесь холодно. Может быть, потом, найдя какую-нибудь одежду, я смогу сюда попасть. Пока никак. А вот тут, скорее всего, мне по квесту какому-то не сюда отправят. Я потому что сюда залез, там какие-то руины и так далее. Очень далеко все непонятно, но все это вот прям очень кажется мне, что будет это квестом заполнено. Поэтому и сюда тоже рановато идти, как бы. Но мы меточку оставим, просто чтобы иметь в виду. Я пока сюда, значит, не поползу искать тот самый святилище это. Поэтому давай в Хатену, а потом мы вернемся в Кокорику, вот в эту деревню, и возьмем там основной квест. Ну, может быть, здесь, я не знаю, какие-то повыполнять. Посмотрим. Может быть, даже что-то по дороге попадется. Запуск. О, лошадь неплохая, кстати. По-моему, максимально 7, что ли, вот у нее стамины единиц. Где-то так. Ну, то есть, такой среднячок я себе нашел. Я думаю, более крутые лошади уже на более поздних этапах игры, но пока мне, в принципе, не требуется. Мне лишь бы просто, чтобы лошадь вот так вот не петляла в разные стороны. Просто хотя бы это. А то ее носят в разные стороны, это очень неудобно. Вот она в стенки врезается, вот во все что угодно. Порой даже местами, по-моему, проще самому добежать, чем вот так вот. Мужика не сбил. Если была это бы игра RDR 2, то он бы сдох, и меня бы там награду
назначили и так далее. Был бы полнейший попадос. Че они в сторону видят? А че тебе надо? Знаю, пока у меня только как ее наглаживать постоянно, натирать лошадь, может быть тогда управление чуть-чуть изменится, больше как-то вариантов особо нет. Ну и не разгоняться еще. Потому что тогда она может вообще куда-нибудь улететь. Хотя она вроде лошадь останавливается перед обрывом, она не дает тебе так глупо подохнуть. Но в дерево упереться запросто можно. Хотя враги тогда догонят. Ну, как бы и все. Можно вообще было не париться и просто портануться в этой деревне. Ну, тут хотелось бы на лошади кататься. Погладить ее. Вот. Можно делать не часто, но тем не менее. Пока я не понял, с какими промежутками ее можно гладить. Эй, а что, не забраться? Ну? Нет, не хочет. На лошади только в объезд, как на машине, понятно. Лошадь у нас не прыгает, ничего, да? Хотя вот, по-моему, здесь можно как-то протиснуться. Серьезно? Запуталась в трех березах. Ну давай так вот обойдем. Не должно же быть все так плохо, правильно? Ну вот. Короче, я ее сейчас прямо возле начала деревни оставлю. Не удерет. Давай, 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 давай. Все, чик. Останавливаем. Трем ее. Слезаем. Как ее зовут, бы интересно знать. Там. Ага. Нам нужна какая-то барышня, которая работает в гостинице. Зовут ее Прима. Что искать? Кстати, пока малые бегают. Ха-ха-ха, привет. Я люблю бегать, потому что бегать это весело. Я еще и люблю, много чего люблю. Могу тебе рассказать. Костовый ребенок вон там бежит. Я всегда... Ее мама всегда разговаривает с подружкой, им нельзя мешать. Ты можешь послушать их разговор, просто незаметно подберись к ним поближе. Хочешь еще поболтать? Это первый диалог. Дальше. Второй. Люблю ловить жуков, но только самых красивых. Чтобы поймать красивого жучка, пригнись и подберись, ну понятно. Мы так светлячков ловили. Блестящие камушки. Их просто обожаю, потому что они красивые. У тебя есть рубин? Ни хрена у девочки запросы. Рубин дорого стоит, но у меня один, два есть. Тогда продай его, и у тебя будет много-много рубин. Рупий говорит много. А почему за пацаном Костя сейчас? Привет. Дядя, ты издалека. Наверное, ты классно дерешься на мечах из лука и хорошо стреляешь. Еще бы. Ты похож на опытного путешественника. У меня есть мечта. Мой дедушка очень любил оружие, но кое-что он так и не увидел за свою жизнь. Было бы здорово, если бы ты показал мне оружие, которое он так хотел увидеть. Ура, спасибо. С чего же начать? Что про походный меч? Эту штуку только в книжках видела, по-настоящему ни разу. Если найдешь, покажи мне, ладно? Угу. То есть за пацана открылся квест на
Он будет спрашивать у меня разные виды мечей, которых, ну, пока у меня нет. Ну, как говорится, чем богаты. Ну, походный меч нужен. У меня только походный клеймор и рыцарский меч. Кстати, походный меч, он такое себе. Он потом, наверное, запросит какой-нибудь этот, как его, меч. Не знаю, меч там тьмы, блин. Потом его и бегай, ищи. Так, вот у нас этот чувак. Говорит. Привет, есть вопрос, Прима. Эй, для тебя она госпожа, Прима. Она работает в гостинице Дунфей, регистрирует постояльцев. Что же ей подарить? Работаешь? Ага, несу корол ради любви. Ой, я не хотел, хотел не это сказать. Я высматриваю всяких подозрительных типов. Еще вопрос. Понятно. Что ей подарить, мы сейчас пойдем у нее узнаем. Кстати, я вот в гостиницу вообще ни разу не заходил. Так. Это она, да? Здравствуй. Угу, это она. Ну, обычно кровать 20, ну понятно. Хорошо, приходи в любое время. Она ничего не говорит. Может быть, где-то какая-то книжечка валяется. Дневник, еще блокнотик какой-то. Что-то такое, что она свои желания там записала. Может быть. Тихо. Какая-то комнатка. Может, это ее? Нет, скорее, это комната постояльца. Ну, давай наверх. А как узнать, что она любит? Она не говорит, что она любит. Я не знаю, может быть, мне надо гостиницу снять. Так, чтобы продать что-то ненужное, нужно купить что-нибудь ненужное. У нас денег нет. Здравствуй. Пришествуешь? Ага. Аня. У нас тут тихомерно. Деревня хорошая, люди добрые. Тихомерно. Да, но здесь не всегда так хорошо было, чтобы ты знал. Когда я была маленькая, у нас тут была разруха и посад, и... А посад и замок Хайрул и нынче в руинах лежат. То событие, когда пало королевство, мы называем великим бедствием, иначе не скажешь. Ну, понятно-то оно понятно. Не знаю, только вот один единственный... Хотя, подожди. Мы здесь сохранение сделаем. Пойдем в магазин. Я продам что-нибудь. Если это прокатит, тогда... Тихо, дети. Эй, парень, чё? Короче, я что-нибудь продам, попробую комнату снять, может быть, квест заработает. Прекрасная погода, не правда ли? Магазин Уствит всегда твоим услугам. Товар у нас хороший. Ну, понятно. Обычно я зазывала. Понял, принял. Здесь я уже тоже был. Кстати, стрелы через какое-то время в магазинах обновляются. Не сразу, не через день, но через какое-то время. Может быть, какие-то... Квесты надо повыполнять, чтобы они там заново появились. Ой, что продаю? Что мы можем? В принципе, яблок много. Этой штуки много. Скрытый цвет. Давай, 9 штук. Тут каждый ресурс важен так-то.
Поэтому все надо, все, что под ногами не прибито, собирать. И все может пригодиться для прокачки. Какие-нибудь незначительные ингредиенты, которые ты там, не знаю, 10 тысяч раз продал, а уже больше не найти. Либо бегай, ищи по карте, где она расположена. Чего тебе, конкурент? Есть вопрос? Я же сказал называть ее госпожой. Она работает, регистрирует постояльцев. Что же ей подарить? Он повторяет одно и то же. Но раз регистрирует она постояльцев, может быть, разговорчивее станет, когда я комнату у нее сниму. Здравствуй. Добро пожаловать. Кровать 20, мягкая 40. Обычно. Хорошо, значит, обычная кровать. Один человек. Когда? Когда тебе разбудить? Давай днем. Поняла, обязательно разбужу. Приятных снов. Не знаю, посмотрим. Надеюсь, тебе хорошо спалось. Такое себе. Приходи еще. Блин, а чё же ей надо-то тогда? Кровать я у неё купил. Записок по дому нигде не лежит. Чего тебе надо, лошадь страшная? Если за 20 рупий, блин, одно сердечко восстановил. Отговорить. Но... Так, давай еще раз повнимательнее посмотрю. Может, где-то какие-то подсказки? Может быть, даже в самой комнате подсказка уже есть. Ну, типа вот... готовить она любит, может быть. Не пойму, я что-то должен интуитивно догадываться. Шкаф закрыт. Что это, падаль, надо? Наверху только кровати и стол. Одна кровать, один стол. Все. Ты бы здесь какие-то книжки лежали. Как вариант, может быть, надо что-то подождать до вечера, допустим. Вечером она, может быть, куда-то уходит. Ее там найти. И она, может быть, что-то скажет. Но только не здесь. Ну-ка, давай загрузку. Ну, вот так, да? Ну, так. Что, вообще ничего не продавать, ничего не тратить? Я думаю, этот квест решается гораздо проще. Хотя гостиница работает круглосуточно. Она же сказала, приходи в любое время. Горшок утопил. Ай-яй-яй. Вот какой-то чувак сидит.
Стой, гостиница тут, ну-ка. Приветствую, это гостиница, здесь самые мягкие кровати, хорошо. Если хочешь остановиться, прими за стойку. Если хочешь остановиться, обратись к Приме, но не заходи к ней за стойку. Почему? Я думаю, это намек. Слушай, а чем могу помочь? Что ты любишь? Все гораздо проще, не надо никаких комнат снимать. Просто вот, ты говоришь с дедом, он тебе намекает. Ты заходишь за стойку, все, привет. Что ты любишь? Она думает, зачем он спрашивает? Лучше совру что-нибудь. Я люблю сверчков. Да, точно. Всегда мечтал, чтобы у меня было целых 100 бодрых сверчков. Неужели он поверит? Так, ну давай откроем дневник. Прим сказала, что любит бодрых сверчков и хочет, чтобы у нее была целая сотня. Надо передать это Мэнни. Ну если передать, я согласен, потому что сотня сверчков — это просто... Можно, не знаю, там целый день на это потратить. Привет, есть вопрос. Я ее спросил. Так. Спросил у Примы, что ей нравится, и что он ответил? Спокойно, Мэнни, дыши глубже, иначе он поймет, что ты влюблен в Приму. А это он... Мысли у него. У меня друг просил узнать, ну так что ей нравится? Линк говорит то, что ей нравится. Она любит бодрых сверчков. И хочет, чтобы у нее было 100... Надо же, Прима такая загадочная, и это делает ее еще очаровательней. Так мой друг про нее говорит. Но это он ее любит. Ох, волнуюсь, не приговориться бы. Наловить целую сотню бодрых сверчков будет непросто. Ты же мне поможешь? Наверняка у тебя большой опыт в этом деле, я прав? Поймай хотя бы десяток. Я в долгу не останусь. То есть мой друг в долгу не останется. Ай, блин. Узнав, что в премию нужно 100 бодрых сверчков, Мэнни решил их наловить и попросил меня о помощи. Нужно поймать 10 бодрых сверчков и отнести их к Мэнни. А в сумке сколько у меня есть? У меня есть 11. Это тихий светлячок. А чем тихий от бодрых отличается? Ну-ка. Я наловил сверчков. Правда? Быстро ты. А я еще ни одного не поймал. Давай скорее. У тебя ведь нет 10 бодрых сверчков. Я тебя прошу, отнесись к заданию серьезно. Прима ждет подарка. Так, ему такие сверчки не нравятся. Подожди, а это вот не бодрые случайно? Они исчезли вообще. Может, дело в ветре. Сверчков тут несколько видов. Точнее, феи. Я встречал фей. Вот таких вот обычных сверчков. Мне кажется, это нет. Не этих надо собирать. Как вариант, подождать до ночи. Что-то я туплю. Бодрые сверчки, а не эти, не светлячки. Блин, а где их искать?
Их бы хотя бы сфотографировать, знаешь. Мы можем подождать, в принципе, и посмотреть, куда он вечером пойдет. А вдруг он пойдет именно туда, где у нас светлячки пасутся. Правильно? Проследим. Прошпионим. Если домой пойдет, то это ладно. В принципе, вечером они по домам расходятся. Может быть, он прям к сверчкам этим это отведет. Я просто даже не знаю, как они выглядят. Я, конечно, понимаю, что такое сверчок. Ну, именно бодрый сверчок в игре. Блин, он домой уходит. Плохо. Здравствуй. Я очень устала. Давай другой раз поговорим. Где сверчков? Тихо искать. Наловить не проблема. Главное знать, где они пасутся. Ну, серьезно. Работаешь? Ага, несу корову ради любви. Посматриваю всяких подозрительных типов. Вопросы. Ты мне скажи, падла, где свечков искать? Может быть, гостиница вам подаст какую-то подсказку. По идее, они... Сверчки должны быть где-то неподалеку. Пусть не 10 штук, но тем не менее. Вариант, можно идти по звуку. У нас же сверчки как-то характерно трёпают. Ты сюда идешь? Это ящерица. Ящерица просто испарилась. А может быть, он на дереве где-то? Эти сверчки просто могут быть где угодно. Давай на дом. А вдруг? Может, они на крышах пасутся? В этой вселенной. Батя, Человек-паук. Человек, но паук. Там в этом районе стрекочет этот кузнечик, сверчок. Стоишь и всегда с левой стороны. Но как только к дому подходишь, он сразу же исчезает. Ну и все, хана, дождь пошел и все, ни сверчков тебе, ни херашечки. Так, давай, за стойку. Говорить. Слушай, чем могу помочь? Что ты любишь? Еще какая-то штука в диалоге появилась. Давай, какой твой идеал? Что за вопрос такой? Я хочу, чтобы мой будущий муж был работящим. И чтобы это был не Мэнни. То есть этот чувак ее любит, а она его не любит. Уже априори. Хорошо. Вот представь, мне работать надо. Я люблю сверчков. Да точно, всегда мечтала, чтобы у меня было
Но она повторяется. Спасибо, очень мило с твоей стороны. Если хочешь остановиться у нас, подойди к стойке с другой стороны. Сачков, где искать тебя, не скажи. Короче, я не знаю, это надо гуглить. Вот серьезно. Либо я как-то должен их случайно встретить в лесу, поймать, увидеть внезапно. Я не знаю. Я не знаю, как они выглядят. Я не знаю. Пошли, короче говоря. По основному квесту. Импа. Фотографии на память. В моем альбоме 12 фотографий, которые оставила принцесса Зельда. Если я найду запечатленные на них места, то, быть может, ко мне вернутся воспоминания. Попробуем отследить вот это вот задание. Неплохо было бы, конечно, лошадь в конюшне оставить. Потому так будем 10 тысяч лет, конечно, ехать. Так, давай мы ее тут оставим. Если что, она будет прямо в этом городе стоять. Надеюсь, это так работает. Если нет, очень печалька, и придется заново искать эту. Заново искать придется лошадь. Пока она прям по центру города стоит. Надеюсь, игра запоминает. Бабушка Импа. Можно даже прямо на ступеньке к ней приземлиться. Кем говорить? Линк. Пока у меня не было древнюю сферу, ее... А что ты знаешь, я же вернул. Что? Значит, древняя сфера выполняла свое предназначение. Так а мы с ней разговаривали по этому поводу уже. Но. Ладно. Хоть ты и не помнишь, но Ганон уже победил тебя однажды. Ты должен как следует подготовиться. 4 чудища. Это древние боевые машины. Но она как-то вот на стриме уже на 2 стрима назад или один, она уже это все повторяла. Древние боевые машины Шика. Им управляют 4 воина, которых погубил Ганон. Чудищем Вару Дарем управляет Дарук. Воин, народ, народ. Ну, понятно. Странные имена управляют разными чудищами. Их 4. Хорошо. Она мне говорит о том, что я должен в разных уголках карты. В разных уголках карты я должен победить по одному боссу. И тогда что-то произойдет. Воспоминания принцессы Зельди, вот твоя память. Если ты ищешь места, запечатленные на фотографиях, то наверняка что-то вспомнишь. Когда побываешь в каждом из этих мест, снова приходи ко мне. У меня для тебя кое-что есть. Причем я могу... Так. Принцесса Зельда, посидись. Ну, понятно, только ты сможешь пасти Хайрул там и так далее. То есть по сюжету ты находишь фотоаппарат. Он позволяет этот фотоаппарат с апгрейдом искать определенные предметы. И у тебя есть 12 фотографий.
посетив каждое место этой фотографии, тебе должно, ну, что-то, я не знаю, очень, очень хорошо повести. Либо идти в открытую, исследовать все, что вряд ли. Поэтому, наверное, давай мы возьмем вот этот квест фотографии на память. Ну, фотографии так чисто к бабке. Так, альбом. Так, 4. Ну да, вот они, 12 штук. Ну, типа, все эти вот эти места я должен посетить. И тогда подойти к ней. Я думаю, при посещении всех этих 12 мест мне еще доведется и с боссами как раз встретиться. Но где искать эти места? Так, локатор. Сменить объект поиска. Выбираем. Альбом. Выбрать. Блин, я могу только это удалить. Я сам должен догадаться, где эти места искать. Что-то хрень какая-то. Вот этот мост более-менее знаком. Что-то вот это тоже знакомо. Так, локатор. Мы поставим на святилище. Вот куда идти? Что искать? Где-то вот эти врата я фоткал. Когда я шел куда-то тут. Там прям отворотка была. Я не помню где. Серьезно, я вот как это, до чего догадаться? Вот, по-моему. По-моему, вот здесь. Мы добираемся до святилища заново. Не знаю, давай попробуем сюда сходить, но не факт, что это вот... вот здесь ворота какие-то стоят. Через лес, смотрите. Здесь какие-то ворота стоят, и они очень похожи на ворота вот эти. Ни описания, ничего. Это, может, не те ворота. Может, мне вообще новую локацию надо открывать? Что-то ступор какой-то. Я не понимаю, что делать. Как-то вели-вели по квесту практически за руку, а потом жух, все. Делай, что хочешь. Я не знаю, просто лезть в другие локации. Ну, как бы могу, да, могу. Я в любую могу локацию пойти. Но надо ли это?
12 мест на такой большой карте искать. Это иголка в стоге сена просто. Ладно. Давай попробуем просто вот сюда пройти. Вот сюда, вот по этой вот прямой. Я должен где-то вот в этом районе тогда оказаться. В эти горы не попасть. В принципе, локация открыта. В эти горы мне не попасть было. Вот отсюда не попасть. Потому что мне не было одежды подходящей. Он замерзал. Да, короче, давай мы вот так вот и сделаем. Мы сейчас прямо и ломанем. Жалко, я без лошади. Ладно. Искать лошадь туда-сюда. Такое себе удовольствие. Она не мобильная особо. Кстати, ну-ка. И бабло сыпется. Монеточка. Жадина какая. Кстати. Может быть, я ресурсов еще на какой-нибудь апгрейд набрал. Хотя вряд ли. По-моему, все, что надо, я уже собрал. Вот. Тихо, тихо, тихо. Смотрите, вот ребята, мне нужны летающие. Оп. Они тебя воскрешают. Тогда какой-то... Все, он убрал. Ладно. Я тут часто бываю. Эти феи, они, короче, помогают тебе воскрешаться, когда ты с кем-нибудь бьешься, допустим, подыхаешь, фея тебя вытаскивает, ну, в смысле, вытаскивает с того света, и ты, короче, больше не покойник с полностью восстановленной ХМП. Так что эти феи полезны. Кто бы знал, да, то, что вот тебе каких-то светлячков надо поднимать, чтобы полностью отхилиться. Тут... Практически весь полезный подножный корм, он, ну, все, что под ногами валяется, все полезно. Пригодится все. Что-то меньше, что-то больше. Вот птица, допустим, сидит. Ее подстрелить, мясо будет. Мясо бодяжишь с какими-нибудь грибами, все. У тебя уже половина хп можно отхилить. Так, вот эти ворота. По-моему, это не очень-то похоже. То, что я ищу. Альбом. Не похоже. Там гора поменьше и какие-то бордюры по бокам. Ладно, давай сходим. Будем, так сказать, открывать новые горизонты. Не совсем понятно просто, правда, что они от меня хотят. Чтобы я вот прям по квестам все решал. Либо я действовал как в том же самом Elden Ring. Просто вот ты взял какой-нибудь там, ну, это даже не квест там, ты просто бежишь по миру. Исследуешь просто любую активность, которая тебя интересует. Интересная штучка. Оп. Подошел, посмотрел, поубивал кого-нибудь. Нет, разлетается. Так, он залез туда, и мне его не достать. Оружие сломал.
Так, что у нас есть такого? Вот этот на 12. Иди-ка сюда. Дубина побыстрее бьет, кстати. Так. Странный чувак. Залез, кидался камнями. Но он даже не подозревал, что подохнет. Как колючая богопалец. Так, ну слушай, давай мы раз заменим. Одно оружие на клеймор на десятку был сломан, так что это дело пригодится. Я бы еще и вторую богопалец эту взял. Так, стой. Оружие. Ломаем ящички. Гриб. Чем-то это все вот так прям Dark Souls напоминает на минималках вообще. Ты заходишь, вроде как ворота какие-то, вроде как и здание. Потом жух, начинаешь исследовать, зачищать территорию. Опять же. Ладно, как яблок наберем. Стрел, походу, сегодня, да, не будет. Как мне достал-то? А что-то сожрать. Так. Палец. Блин, я не хочу ее брать. Слава богу, то, что у меня в сумке нет мест. Она совсем не нужна. Это надо сожрать. Я тут еды наготовил. Просто очень много. Ну, что-то попроще. Ну да, придется это. Что делать? Еды наготовил, а она как-то очень много тебя восполняет. Хотелось бы поэкономить с такими вещами. Хотя ресурсы, в принципе, они валяются везде. То есть у тебя бесконечный отхил. Сохрани. Где-то тут святилище. Вот. Стой. Жаба. Живучая лягушка. Чем она от обычных лягушек отличается, я не понимаю. Вот этих ребят придется поубивать. Мало-мало. Иди сюда. Ага. Ближе. Он навязывает прям мне бой на дистанции. Ну окей. Ай-яй. Неприятный моб. Рога, когти. Что-то нападало. Я еще лук, да, сломал. Будем пользоваться, что есть. Либо это святилище наверху, либо просто мне надо по прямой. Но тот берег я не доберусь. Я подохну. Есть, конечно, плод, но... Я оружие не выбрал. Оно сломалось, что ли?
Главное подобраться к этим уродам. Как обычно, действует механика, просто обойди врага сбоку. Они довольно-таки туповаты. Ну, не Dark Souls, короче говоря. Так, но я туда явно не доплыву. Хотя, судя по локатору, вроде я как будто как верно бегу. Ну да. Все, уже неверно. О, какой. Стой. Оружие просто улетает на раз-два вообще. Что делать? Давай такой. Даже не помню, где этот меч нашел. Так, ну минус один. Слушай, как он хорошо бьет их. Страж меч сломан. Зашибись. Эх. Полезно, в принципе. Меч жалко. Вот серьезно. Ну, что делать? Так, ну слушай, по-моему, да. И можно вот сюда. Вот. По-моему, я верно иду. Прям у нас активировалось. Эть, забрался. Причем стилище как будто вообще рядом-рядом. Оно может где-то в стенках быть. Запросто. Да или чё, не? Летел. Надо выше подниматься. А может в пещере где-то? Вот там какой-то проход есть. Не знаю. Попробую покарабкаться на руины. Может быть, это что-то даст. Сюда я вроде как залезу. Просто непонятно, с какой стороны искать. Но если что, я могу, в принципе, отсюда спрыгнуть на вторую половину. Мне сдается вот там вот, возле прохода светить. Она прям под водопадом. Рискнем? Да, давай. Локатор активнее начал пищать. Да, верно, да. Но не факт, конечно. Да, слушай. Все так. Вам? Кремень Интарь. Каменная. Ну, соль чисто для продуктов.
А вот кремень пригодится. Еще камни. Ну, давай. Эсфорит. По-моему, это, ну, редкий материал. Может быть, потом пригодится для крафта, апгрейда каких-то своих пушек и так далее. Так, давай, осмотреть. Этот город надо дальше идти, потом исследовать. На вторую половину обратно перебираться, откуда я спускался, идти по прямой там. Возможно, с другой стороны просто сквозной будет проход, и там можно будет то, что нужно мне сфотографировать. Три сундука. И, как правило, у нас название святилища — это одна из часть головоломки решена, что. Так, вот там. Туда надо шарить. Первый. Так, я так понимаю, надо добраться до второго, да? По стенкам, блин, вот таким вот лазает. Интересно. Нет. Там второй сундук, я его вижу. Не знаю, надо думать, как взять его. Что такое? Что-то даже и примагнитить нечего особо. Так, давай, давай вон там посмотрим. Нет. Это странное помещение. Стенки, шарики, все. Надо как-то эту кнопку нажать. Тут чем? Вон, там еще сундук. Спрятался. Так, тут-тут-тут-тун, магнит. О, захват. Тянем наверх. К себе. Ну, попробуем поставить. Надо больше веса на кнопку. Ну, понятно, попал. Так, 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 под водой надо что-то искать. Наверное. Может быть, это эта штука, которая двигается, ее можно как-то примагнить? Стой, все три сундука надо сгрузить на эту кнопку, и тогда все откроется. Дотягивается. А вот туда. Вот. Пунь. Все, тащим к себе. Какая забавная загадка. Меч взора.
золото. Так, ну придется опять в воду лезть. Так, надеюсь, теория с ящиками верна. Единственное, что можно примагнитить тут. Давай, чик, и к себе его. Ставим вот сюда. В принципе, не важно, да? Все. А, понятно. Этот ящик. Поможет, да. Мне вот сюда залезть. Наверное. Я посмотрю повнимательнее. Подожди, я даже лазил по нему. Стой. Мне достаточно наверх подняться, все. Почему-то не получается. А, ну, залезть просто на ящик, вот и все. Я не могу запомнить то, что только в святилищах нельзя ползать по этим. По стенкам и всем предметам. Только чисто физика. Дух вторая. Хорошо. Она прибудет, говорит, с тобой сила. Все дел. Со сверчками потом я эту тему загуглю. Не знаю, пока что делать. Пока будем исследовать, короче говоря. Давай, наверное, перекур. Сейчас я подойду. 3 минуты. Сейчас скоро буду.
погнали дальше. Секундочку. Оп. Скроем лишний объект. Так, ну что, надо на ту половину возвращаться. Променад Ланейру. Он не зря там стоит. Ну. Ладно, доплывем. Иди-ка сюда. Это у нас тушу выманить. Ай. А, он за оружием побежал. У нас тут секрет. Это какая падла. Ну ладно, мы сейчас с лука его достанем. Прям башку. В глаз, как белку его. Так. Взять. Вот. Рокская семечка. Нашел, да. Ну и как-то вот перебежками надо туда добраться. У меня стамины хватит, нормально. И все. Там возможно, конечно, что-то еще и есть под водой. Это надо четко видеть. Все. Карта. Да вот мне так поналепил. Удалить. Удалить. Все, пошли дальше. Тун-дун. По-моему, вот это вот первые врата, только с другой стороны я, получается, к ним подошел. Мне кажется, все-таки я правильно приперся. Не знаю, есть ли резон вот сюда, прям на эти штуки залезать. Не факт, что там что-то полезное будет. Кто такой? Ты какой? Палец сломал. Это берем. Я его в щит тараню. Бэкстебом не запинал. Почти. Так, зуб. Это что, сердце? Редкий орган вынут из моблина. Из-за тошнотворного запаха несъедобен. Если сварить его с насекомым, ящерицей или лягушкой, получится зелье. Стандарт. Одну сломал, одну получил. Хорошо. Пока вроде ровненько идем в плане том, то что это как-то. Никакие мечи не тратишь. Особо интересно. Восстанавливают оружие. Восточные врата. Скорее всего, да, придется их фотографировать. Это за свечение такое. Вспомнить. Окей. Все как на картинке. Угу.
Помним, любим, скорбим. Флэшбэки. В общем, нам теперь так будет история, да, подаваться? Это Линк из Зельды идет. Четыре божества, которых нужно найти, и они теперь превратились в животных каких-то там. Ну, как все прошло, принцесса? Вы обрели священную силу. Я так понимаю, что ничего не получилось. Простите меня. Послушай. Носатая. Не вини себя. Твои усилия ценны сами по себе. К тому же, это еще абсолютно ничего не значит. Думаю, твою силу пробудет что-то другое. И это может произойти внезапно. Благодарю, Урбоза. Принцесса, я... Как бы это вам все объяснить? Я вот все думала о том, что происходит, когда использую свои целительские способности. И кажется, я наконец поняла. Внутри меня... Киллер, танк, дамагер, ДДшник. Саппорт, короче. Ганон. Принцесса, не бойтесь. Мы с ним разберемся, обещаю вам. Слушайте, а вот и не разберутся. Собираемся каждый в свое чудище и готовимся атаковать Ганона. Когда Линк вступит с ним в бой, мы выстрелим все разом. Парень, бегом в замок Хайрул. Можешь на нас положиться. Покажи этому Ганону, где раки зимуют. Зельда, послушай. Тебе нужно уходить отсюда. Нет. Я не оставлю вас одних. Пусть я и не могу ничем помочь. И все же, позвольте мне остаться. Нет. Ну, короче говоря, дневник обновлен. Короче говоря, у нас теперь история будет подаваться с помощью вот этих фотографий. Так, в моем альбоме 12 фотографий, которые оставила принцесса Зельда. Если я найду запечатленные на них места, то, может быть, ко мне вернутся воспоминания о ней. Мне осталось найти 11 мест. Пожалуй, стоит сходить к Импи в деревню Кокорико. Слушай, ну давай, наверное, до конца-то все-таки дойдем. Что-то мне сдается, там будет что-то интересное. О, какой-то... Кентавр какой-то ходит. Мужик, ты кто? Стой. Подстрахуемся. Отлично. Да, но жира у него прилично. Нет, так дело не пойдет.
Да. Стой, отмена. Вот тут мы. Загрузимся, не подходя к нему. Мне рано явно к нему идти, потому что он какой-то бешеный, он шотает. Так дело не пойдет. К тому же... Возможно, убив его, мне можно будет попасть и вот сюда, но не знаю, у меня такого оружия пока нет. Его прям надо напихивать ему хорошенько. Давай, попробуем переместиться. Если что, то я всегда могу тут оказаться прямо вот с помощью вот этого вот святилища. Правильно? Да. В горы мы потом полезем. Возможно, вообще не скоро. Давай, перемещение. Почему сразу нельзя переместиться, не прыгая по святилищам, а переместиться прямо в деревню? Это печально. Интересно, вообще из двух деревень кто-нибудь знает, где искать кузнечика? Говорите. Озвучкой не будет, да? Раз к тебе вернулись кое-какие воспоминания, и ты знаешь, что связывало тебя с принцессой, я хотела бы тебе кое-что дать. Возьми, пока я не забыла. Ну, никого его. Когда-то давно эту одежду разрешалось носить ли заслужившему уважение королевского дома Хайрула. Надев ее, можно видеть силу монстров. Это твоя туника, я хранила ее по просьбе принцессы. Ее шили специально для тебя, когда ты был выбран воином. Береги ее. Еще раз поговорим. Хоть ты и не помнишь, но Ганон уже победил тебя однажды. Ну, повторяется, да? Блин, зачем я нажал? Что, ну хорошо. До свидания. Тунику дали. Дали тунику, которая у нас показывает ХП вот этих товарищей. Ну, вообще врагов, походу, всех. Хорошо, что у нас одежда не изнашивается. По силе она также. Да, разницы никакой. Хорошо. Теперь вопрос на миллион. Да теперь. Либо игнорировать этого бойца и пробираться в горы, либо пытаться его траить и проходить, убивать. Давай, наверное, так попробуем, да, все-таки. Это будет сложно. Но есть, допустим, стрелы. Куча жратвы есть. Не знаю. Ну,
По идее, сейчас единственная открытая территория, ну то есть эта территория открыта. У нас тут есть враг, которого нельзя пока, ну, пока тяжеловато просто его победить. Победить-то его можно, естественно. Вот. Есть куча амбиций. Блин, я не успел планер открыть. Я думаю, все-таки надо его валить. Возможно, с него что-то теплое, одежда какая-то выпадет, еще что-то, короче. И потом двигать в горы, там открывать два святилища. И тогда у нас получается все, это вся карта зачищена. Можно как-то дальше перемещаться. Скорее всего, сколько у нас? Вообще зон. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать. То есть в каждой местности у нас будет по такому объекту, который помогает вспомнить. То есть, в теории, следующий и ближайший, либо вот этот, вот эта территория, либо вот это. Разницы, я так понимаю, они никакой не имеют, в какую последовательность открывать. Да. Вниз, наверное, пойду потом. Ну, а вот здесь сначала надо закончить. Любыми способами. Поэтому полетели. Будем травить этого товарища, пока я его не убью. А сразу же стрелы. Я поставлю взрывные. Лук. Максимально. Вот такой. Блин, одна стрела минус. Я не знаю, бомбами можно типа так-то закидать. Стазисом, но это долго, это долго. Больше от меня не слышит, естественно. Так, меч. Максимальный по урону у меня. Вот такой. Вот такой меч мы поставим. Залупа вас не слышит. Я лошадь залупа назвал. Залупа вас не слышит. По-моему, это хорошо. В этом есть что-то такое. Сейчас можно прям возле ворот сохраниться и травить его до последнего. Причем это не босс, он просто сложный. Просто у него жира много. Блядь, дождь как назло пошел. Ого. С дождем, возможно, стрелы работать не будут. О, у нас еще перчик вырос. Мы его соберем. Перец можно и так жрать, чтобы в зимнем биоме комфортно себя чувствовать. Так, сохраняемся для начала. 19:46, короче, запомнил время. Да, стрелы не работают. Чёрт. А он тоже, да, стреляться умеет? Отлично. У меня 2000 хп. За одну подачу я 50 снимаю.
Не, это дядька серьезный вообще. Но он очень быстрый. Ты встаешь, он тут же атакует. Ну давай еще раз попробуем. Не знаю, может быть просто пробежать его. Давай, щит. Меч. Просто с подачи вырубает. Не знаю, может быть, если я все мечи переломаю, может быть, я когда-нибудь его и убью. Ладно, попробуем. Защиту. Давай себе восстановим. Смотрим, что по еде такого. Сохранение же у меня есть, правильно? Вот это. Не так много. Как белка жрет. Даже не дает себе попасть. Просто один удар, я труп. И все. Попробовать залезть наверх и со стрел ему нашмалить. У меня столько стрел нет. Интересно. Так он тоже стрелами начинает швыряться. Да-да. Загружу, чтобы у меня никаких ресурсов лишних не потрачено было. Потому что очень подозрительный мужик. Почему он стоит именно здесь? Это, на удивление, хорошо растет. Сколько у меня снимет его одна стрела? Ну, теперь это его атака пошла. Попадает он четенько, молодец. В этом ему это не занимать. Не, мне рано просто с ним биться. Бодаться не получится. У меня просто ресурсов не хватит. Я когда мечи все переломаю, у него еще где-то косарь здоровья останется. Ну, может быть, не косарь. Хотя, наверное, 1000, да. Косарь там, не знаю, хотя бы 500. Ну, а потом-то что с ним делать? Этих кентавров вообще не встречал. Что это за чуваки, я не понимаю. Мне, наверное, его получится пройти, даже если я, ну, все потрачу. Мне не хватит просто ресурсов. О, а тут босс еще. Прям за ним. Замечательно. Ну давай хоть босса попробуем. Да?
Давай, мужик. Кстати, он тоже непростой. Как, не элементарный, я бы сказал. Это жрать надо. Попроще есть. Ну, вот так хотя бы. Страж секира почти сломана. Да. И секиру сломал. И что дадут мне за это? Походный меч надо пацану показать. Чудо дуриан. Ну, фрукты, короче. В общем, с этого жердяя только какие-то ногти падают и фрукты. Рыбу наберу. Хотя. Походный лук. Копье. Ладно, меч мы тогда для пацана оставим. Это, этим мы будем пользоваться. А так из самых таких сильных мечей у меня вот, вот единственное, что осталось. Бумеранг этот огромный. Вот этот рыцарский меч на 26. Если какой-то даже босс попадется, то... Мне ничего с ним не сделать. Топаз. Топаз-то хорошо. Это мы потом продадим, наверное, или что-нибудь из этого сделаем полезного. А еще, да, за водопад никак, но я знаю, что есть в Зельде даже такие костюмы, которые позволяют плыть вверх по водопаду. Прикольная штука. Надо что-то сожрать. Допустим. И все, и зимний биом. Так. Смотрим за ХП. Не падает, значит, я могу здесь находиться. Давай тут побегаем, поисследуем что-нибудь. Так. Я думаю, подняться в горы мне не даст одежда на самый верх. Возможно, я сюда смогу пройти под горой прям. Ну, сюда точно нет. Хотя... Ладно. Просто побегаем, покайфуем, посмотрим, что тут можно взять, сделать. Чтобы не 4 точки светилось постоянно. Хотя бы чуть-чуть поменьше. Надо, наверное, какую-нибудь себе цель, да, выбрать. Пробовать как-то в горы запереться. Подморозовик. Аналог нашему русскому подберезовик.
Я бы дубину эту схватить и огреть этого мужика кентавра. Самое то было. Что-то он мне покоя не дает. Так, стой, бабочки. Я думаю, они для чего-то нужны. Морозная бабочка. Чешуйки на ее тонких крыльях остужают воздух. Очень приятно наблюдать за ней во время снегопада. Сварив ее с органом монстра, вы получите зелье от жары. Ясно. В каком-то теплом биоме пригодится. Тихо. Выпаться. Хорош. Все, бабочек вроде больше поблизости не вижу, давай хоть грибов уберем. Просто если чего, как бы можно намиксовать какие-нибудь эти приятную пищу. И потом этой пищей будем лечиться. Малина. Кстати, я вот когда такого Корокса, или как он там, я такого босса уже второй раз убиваю. Вот, с него тоже малина упадала. Тут прям какая-то это. Я вот там вижу какую-то тропинку, асфальт или что-то такое. Я попробую по ней пройти наверх. Она наверх прям ведет. Ну, игра, наверное, предполагает то, что ты типа должен сюда зайти. Идти. Там волки. Ты должен прям сюда зайти и, скорее всего, по этой тропинке пердолить потихонечку. Это кто такие? Ну ладно. Все, кто меня не настораживает, может стать моим обедом, я так понимаю. Надо за градусником следить, я смотрю. То что этот, как вам? Температура, наверное, он сильно, куртка не выдержит больших перепадов. Но какой-то минус еще пока держит. Сейчас, типа, я так понимаю, минус 0, 1, 2, 3 градуса. Пойдем сюда. Мы таких еще... Тихо. Мы таких еще не убивали. Белая жаль. А сейчас я разморожусь. Так, а ну стой. Все, он мерзнет. Мне выше нельзя. Либо рискнуть сейчас. Подожди. Сейчас мы что-нибудь сожрем, короче, попробуем прямо вверх по вот этой лестнице добраться. Что там у нас греется? Перец. Что-то с перцем. Ищем блюдо с бафами. Так, это просто отхил. Это у нас скрытность. Защитные. Нет, это тоже нет. Это просто защита. Тан-тан-тан, не пойдет. Защита, защита. Силы. Я с перцем ничего не готовил, что? Вроде готовил. Ладно, если еще перцы отдельные.
Если что, перец отдельно есть. Немного, правда. Он так не работает. Надо готовить чем-то. Беда, разрушение. Короче говоря, я не знаю, может быть то, что ночь наступила и поэтому похолодало. И мне сюда нельзя. Я сейчас попробую ниже спуститься. Он где-то примерно отсюда, да, начал? Нет, ему все равно холодно. Да, наступила ночь, и он, короче, урон получает. Стой. Я попробую сделать так. Дрова. Берем в руки. Кладем. Вообще все перепутал. Лук. Да? Только стрелы вот эти вот огненные возьмем. Все. Засаду кому-то устроил, походу. Так, ну я хотя бы не замерзну. Пока наступила ночь, он мерзнет. Кстати, интересная механика в этом плане. То есть, а вы как, куда не залезешь? Причем надо еще учитывать, какое время дня. Если у тебя тонкая куртка, то ты ночью задубеешь и умрешь нахрен. Что тогда ждем? Жалко, что у меня факела нету. Давай, утром. Ждем до утра. Костер потух. Все, и на улице почти плюс. Я не знаю, насколько высоко мне позволят подняться. Ну, докуда-то я должен дойти все-таки. Урон. Я получаю урон. Где бы шмоток взять? Ладно, я максимально попытаюсь наверх подняться. Куда дури хватает. Да, мне тут делать нечего, короче. Слишком холодно. Я не знаю, может быть пещера какая-то есть, еще что-то. Я в горы прям иду. Давай, еще немного времени есть. Рискнем. Тан-тан-тан. Давай это. Блин, что же я ничего с перцем-то не приготовил? Вот так его есть не камильфо. Прям надо бдить за параметрами, чтоб тебя не это.
А если сейчас каким-то боссом, допустим, босс какой-то вылезет, то все, мне труба. Да нет, нет, так дело не пойдет. Мне нужна одежда. Серьезно, я просто сейчас буду идти, тратить ресурсы, как бы, но ничего с этого я не получу положительно. Так, ну туда что? Ну вот эту территорию пойдем открывать. Вот я почему-то она небольшая, и мне ее хочется открыть. Перемещение. Также открываем эту открываем башню сначала. Пробуем зачищать. Я ничего не... Ну, я только выйти успел. А это фанатка цветов, короче. Она прям напрягает. Так. Оп, оп. Надеть. Может, по деревне надо походить? Еще какие-то квесты поискать? Я вот что думаю. В первой деревне точно, там квестов не осталось. Но по второй я не уверен. Бесцельная беготня. Больше всего не нравится. Дома нового типа от компании. Почему это? Никого. Я думаю, тут еще остались квесты, и, скорее всего, тут много их. Доброе утро. Работа, работа. Чем занимаешься? Работа, как видишь. Это старый дом, в котором никто не живет. По решению хатенцев он будет снесен. Прежний владелец подался на службу в замок и не вернулся. Работа тяжелая. Можно купить даже этот дом почему-то. Ага, тяжелая, но я стараюсь. Провод. Вот это. Работаю, бла-бла-бла. Я хотел другое выбрать. Мужика отвлекаем. Кто ты? Я зубил, да. Сегодня у меня первый настоящий рабочий день. Строй-дестрой. И испытательный период закончился, и теперь полноценный член коллектива Стройлды. Повезло, что мое имя кончается на «да». Да? Полезняк какой-то. Несомненно, тут полно контента в игре, но как-то вот что-то, я не знаю, он... Его надо выискивать. Его надо искать прям. Давай мне экскурсию. Ура, наконец. Просто у меня куча свободного времени. Всю работу по магазину делает дочка. Я хочу кого как-то отблагодарить деревню, в которой я родился и вырос, поэтому вызвался проводить экскурсии. Итак, быстро, я тебе сейчас все покажу, так что не отставай. Сейчас только узнаешь всего интересного. Угу. Магазин. Блин, а интересно, вот мужик. Кстати, тут ребенок у нас.
Стой, пацан. Привет, ага. Походный меч. Класс. Показал. Он скажет, еще что-нибудь покажи. Угу. Что бы мне еще хотелось увидеть? М-м-м. А, знак. Ты слышал про жезл огня? Я это только штуку в книжках видел, а по-настоящему ни разу. Если найдешь, покажи мне, ладно? Жезл огня это, я не знаю, либо факел просто. Да. Противнее, хорошо. Ладно. Он за деньги это делает, красит одежду. Я понял. Кстати, лошадь я как подставил, так она и тупо стоит тут. Лошади у нас не особо активны. Уфу, на-на-на, гостиница, лучшее место, как работает. Бежим дальше. То он так делает. Ну понятно, шмотки. Что-то не похоже, что он в этом магазине одевается, там все за 1,5 штуки стоит. Это же я и магазин, но не забывай, что одежду можно покрасить, наши красить, да я помню. Помогает жить лишние калории. Все? Успокоился? Я не знаю, что-то тут как-то квестов-то немного, походу. Вот что она стоит там постоянно? Я ее встретил, когда она домой собиралась. Вот, квест есть. Клавдия, добрый день. А, ты же путешественник? А, минутка есть, конечно. Видишь три кедра на той заснеженной горе. И чё? Я нашла одну старую книгу, а в ней была записка. Три кедра за спиной и море перед тобой. Ступай вперед, испытание в скалах тебя ждет. Вот что было в записке. Я могу ошибаться, но думаю, речь идет про те три кедра. Раз море на востоке, то от них надо идти в сторону Афромского берега. А испытание в скалах это наверняка какая-нибудь награда. Я бы сама сходила проверить, но у меня ведь ребенок, да и снег я не люблю. Уступай это право тебе, главное сокровище найди. Я бы нашел. Я бы нашел, но у меня шмоток нету. Да, и это задание прям как раз про нее. Я не знаю, может в магазине есть какая-то одежда. Ну, типа по дешевке, но теплая. Я, может быть, что-то не заметил. Ну, вроде я заходил в этот магазин, там ничего такого нет. Первую вообще шмотку мне с горем пополам теплую дали. Единственную, которая у меня есть. Да, тут теплыми шмотками и не пахнет. Что это задротка стоит тут? Есть чуть тепло. Так, ладно. Что-то как-то особо с квестами не вяжется. Я думал, все будет попроще, потому что, ну, блин, я не знаю. Вроде квест это элементарный, типа, собери 10 светлячков. Где их искать, хрен его знает. А, основной квест, собери 12 мест. Мне что, блин, по всей карте бегать? Это, ну, это реально иголка в стоге сена. Как просто, ну, искать то, что ты не знаешь, где находится? А они причем это все не объясняют.
Можно попробовать вот эти вот древние детали потом поискать. Жезл огня. Не знаю, может быть факел, не факт. Так, желание любимое. Хорошо, 10 бодрых сверлячков. Сверлячков. Так, ладно. Дело надо загуглить. Давай, перекур. Я как раз узнаю в интернетах наших, как это, где этих светлячков бодрых искать. Как они выглядят, я не в курсе. Сейчас приду.
интернет и нам позволяет узнавать много нового. Короче говоря, сверчков можно надыбать в траве, если ее косить. Главное быстро схватить ее. Где эту траву теперь искать? Где-то на полях. Да, там вроде погуще. Вон, один улетел. Риса набрал. Вот он, один. Один есть. Еще 9. Господи, чем я занимаюсь? Товарищи бы сфоткать, конечно, не мешало. А, нет. Тихо, я не успел. Ну, как догадаешься тоже, то что надо светлячков прямо здесь искать. Бодрые сверчки. Сейчас тут всю делянку выкашу. Сидится? Как-то не урожайно. Оп. Стоять. Вот забава, да? Траву косить, светлячков ловить. Так, ну хотя бы понятно, что делать. Тихо, стой. Блин, он скакал. Так, стой. Сколько у него? 5 штук. Очень энергичный сверчок, который без устали скачет весь день. Сварив его с органа монстра, вы получите зелье, восстанавливающие силы. Ой, и фея. Фея классная штука. Фея прям тема-тема. Да, блин. Я не успеваю. Какой-нибудь рис потом можно будет с мясом замутить. Будет прям вообще с копыт. Порчи. Так, нету тут сверчков. Надеюсь, они ночью. Блин, ну там был один. Мне еще пятеро надо набрать. Так, там уже гоблины пошли. Ладно.
Ну, мы еще этих товарищей наберем заодно. Да, настолько... Сверчков уже просрал просто. По-моему, ночью... Ночью их просто нет. Ладно, пойдем давай к костру вернемся. Там назад. За раз их можно набрать. Вполне. Давай, вернем до дня. Опять. Луна кровосища. Наступила кроволуние. Можно это пропустить? Так похер вообще на вашу кроволуние. Бодрые сверчки нужны. А травка-то не выросла, да? Это косой какой-нибудь обзавестись. Ну давай, нападай, что делать. Будем мало-мало тебя убивать. Я сейчас меч, наверное, скорее сломаю. Так, подожди, не-не-не, близко мы к нему не подходим. А сейчас все соберутся. Осталось-то. О. Швабройда заодно. Остатки. Тихо. Подползем. Там кто-то орал. Так, ладно. Светлячки наши все. Светлячки. Ведь постоянно светлячками называют. До этого, потому что квест был со светлячками. Вот я и... Вот я и запомнил. Здесь ни одного кузнечика, а? Ты смотри какие. Они что тут повылились? Один рис. Блядь. Так. Он где-то тут стрекочет. Берем. Я тебя не успел, ну. Какого хрена он присел вообще? И теперь тут падла мелко. Вот он где-то рядом, походу. Ну давай искать. Вроде погуще. А последняя пятерка что-то вообще как-то сложно дается. Ой, стой! Я хотя бы одного забрал. Ну и чё? Ну и где? Так, ещё три. Тут косить можно, конечно, поле вообще. Больно, поле широко. Эй, ни хрена нет. Риса зато наберу.
Три вагон. Два штучки осталось. Рис оно в Африке есть, пригодится. Стой. Оп, поймал. Все, 10, наконец-то. Еще, короче, я что прочитал? То, что вот эти вот воспоминания, это прям, ну, то есть, ты их все проходишь, а потом уже можешь босса валить финально. Что-то типа того. То есть, это у нас практически вот все вот это, одно вот это задание, возвращаясь, скорее всего, в деревню к этой импе, которая мне Тонику дала. Вот это задание, оно у меня будет занимать типа всю игру, скорее всего. Так что, по идее, после здесь выполненного квеста, только идти какие-то близлежащие территории осваивать. Все. Ну и потом в горы вернуться, когда у меня шмотки будут теплые. А так их просто, ну, найти. Говорить. Ты не местный, кажется, впервые. Так, нет, подожди, хватит. Видели мы ваши экскурсии? Три дома оббежать по деревне и все. Пошли квест задавать. Как раз тот мужик на месте. Так, говорить. Привет. Есть вопрос, я налил сырчков. Давай скорей. Раз, два, три. Отлично, все 10. Беру. Спасибо, что помог, это тебе. Серебряный, мне, блин, на сотку, да. Серьезный мужик. Так, остальных я сам наловлю. Осталось всего 90. В погоне за мечтой, ради великой любви, ради примы, я готов на все. Ой, проговорился. Все, квест закончен. Научу тебя, как ловить лошадей. Да нет, спасибо, я знаю. Так, можно наверх, в принципе, вернуться. Давай-ка мы наверх переместимся. Институт. Посмотрим, что там нам старый этот мужик, вот как скажет. Да забыл, как его зовут. Может быть, у него какие-то подвижки в квесте есть. Просто неохота залезать на новую территорию, прежде чем я тут все ничего не закончу. И валы нужны. Так, здравствуй. Чем могу помочь? Нужны фотографии, локатор. Фотография. За одну фотку он, блин, 100 рупий требует. Это дорого. Это серьезно, мужик. Так, локатор. Надо дан, локатор плюс, настроить, фотография, хорошо. Курсан. Ясно, с ним, в принципе, ничего не меняется, вот... Было бы прикольно, если бы так, те фотки, которые он дал, просто берешь и отмечаешь эту фотографию, у тебя локатор хотя бы начинает как-то тебе сообщать то, что ты хотя бы идешь в правильную сторону.
Но туда мне не добраться, мне не хватит. Тогда не знаю. Короче, здесь и территории вот эти закрыты. Пойдем тогда вот какую-нибудь откроем. Рядом. Вот это. Да, какие дела? Странно, тебя как-то ведут по квестам, и тут же время не по квестам. Так что баба за цветы опять предъявит. Да иди ты, задница. Так, нужно встать в правильном направлении. Это. В правильном направлении, так, к этой территории. Желательно бы, конечно, повыше забраться, но нет. У нас вон там по прямой должно быть два светильника. Столько раз. Я столько раз тебе говорила. А превратится в монстра? Почему ты не понимаешь? Да. Ура, нет! День за днем я сажал эти цветы снова и снова. И ты обижаешь их. Во имя цветов. Мы будем сейчас не драться. Я накажу тебя. Это странная женщина. Она меня просто побила и все ушла. Ни хрена она мне здоровье оставила. Ништяк. Вот это я греб, короче. Бля, я не думал, что цветы такая... Странный квест, ладно. Точнее, это не квест, это хрень просто. Я цветы ее топтал, пока она не устала мне это об этом говорить. Так, давай, вот это с... Блин. Да, я вот это сажу. Посвободнее немножко сумки-то будет. Что-нибудь такое по мелочи прям натрескаться. Каких-нибудь бесполезных грибов. Там можно яблоки. Все, пойдет. На плоту я так плавать и не понял, как, видимо, нужен лист, что ли, чтобы как-то отталкиваться от него, не знаю. Давай, вплавь. Здесь мне дури хватит. Ну да. Короче, я в красный биом пока не полезу. Я нахожусь хотя бы на нужной мне территории. Начинается она прям вот отсюда. Ну и давай сходим, посмотрим, что тут есть. Короче, в горы я не лезу. Опозорил. Ржавый меч. Ну тут их много. Ржавый щит. Оу. Смотри, на тут их стая просто. И все за мной. Будет беда, если они меня поймают. Но тут святилище недалеко. Короче, мы туда и топим. Игнорируем всех этих ребят. Но смысл с ними всеми драться. И так сойдет. Потом, после святилища, я гляну в ближайшую вышку, которую можно активировать. Чтобы разблочить эту территорию. Я думаю, что это где-то вот там.
Хотя, может, и тут. Трун-трун. Опа. А у нас тут эти корок. Дай-ка мы сначала к нему подойдем. Тут можно еще лошадь свою восстановить, походу. Залуп свой забрать. Здорово, мужик, подожди. Оп. Снова ты попасть тогда, да? Хорошо. Так, щиты, в принципе. Ну, не знаю, пока вроде нормально. Щитов пока хватает. Лук и стрелы. Давай оружие. 3 семечка. Слоты под мечи всегда не хватает. Все, нечего качать больше. Сорян, мужик. Я как-нибудь тебе еще приду. Что там, святилище, Ваго? Что это Вага? Вага святилище какое-то. Стальной мост. Святилище Ваго Катта. Чем мы тут будем заниматься? Ну давай залезем. Вижу, что лезть можно. Сундучок-то. Как раз слот прокачан, если оружие какое-нибудь интересно. Нет, это просто инвентарь. Ладно. Угу. Ящики мы сюда переставим. Почему? А, вот все нормально работает. Ну, что-то пропало. Сейчас минут я их, наверное, как попало. Ставлю. Главное, чтобы не упасть. Все. Ну. Кнопка на геймпаде подвисает. Надо 3 ящика составить так, чтобы еще и вот эту штуку поставить сюда. Хотя отметилась, как будто загадка у меня прям решена. Сколько она по длине? Ну как раз, да, по-моему, внутри ящика и чуть-чуть платформу поставить. Я доберусь. Ладно, хорошо, я понял. Грузчик, парень работящий. Так, ну я примерно вот на эту клеточку поставлю. Чпок.
Наверное, хватит. Можно их прямо посередине ставить, но ничего страшного. Что-то отпустил-то. Зельдач Покер, ты меня это... Ты меня не нервируй. Пойдет? Надо их четко ставить, чтобы они еще и не рушились. Аккуратно. Есть такая серия игр, Трайн называется. Там тоже волшебником ты управляешь подобными тоже кубиками, можно ставить их там, пользоваться свое удовольствие, короче говоря. Ты его только сверху кидаешь, он сразу же падает. Это как вообще? Ты это не балуй. Ну, не вижу. Я думаю, нормально. Мне причем эта плитка третья вообще, четвертая плитка вообще не пригодится. Надеюсь. А нет. Почему так? Кстати, есть, по-моему, в этом какой-то резон. Ну-ка, если мы вот так ее поставим. Оп, и вот на нее прям. Что-то мне сдается, придется в ящике чуть-чуть передвигать. Ладно, я попробую. Странно. Не совсем понимаю, что они от меня хотят. Так, а что если? Вот эту всю конструкцию в целом сдвинем. Чуть-чуть. Вот так. Вот так вот. И сделаем, чтобы она вот эта палка у нас опиралась. Так, лишнее. Ага. Ближе к себе. Вот так. Так, мы попробуем сейчас домиком вот так поставить, а на нее облокотить еще кубик. А, он ложится? Ложится. Вот, а на нее мы кубик поставим. Вот прям так вот, чтобы как-то ребром он лег. Нет, не катит. Ну, сплошня ее просто положить и не париться. Ну, серьезно. Стоят? Стоят. По идее, мне там до прыжка чуть-чуть совсем не хватает. Да? Вы, ребят, держитесь. Поближе ко мне. Вот так. Да? Стоит. Конструкция. По идее, этого должно хватить ровно на прыжок. Ну?
Смотри, что он делает, а? Серьезно, волочь сюда сундук. Там сундук на самый верх. Блин. Печалька. Чуть-чуть же не хватает. Вот не хватает. Совсем чуть-чуть. Просто какие-то, я не знаю. Ну вот как раз-то, наверное, расстояние сундука. Потому что между ними как-то вряд ли ты построишь такую перегородку. Только чисто сундук. Специально тянут время. Вот и короче. Парился и потом. Точно, есть же сейчас сундук. Я вам помогу. Не пан, все, стоит. Арисака, здорово. Здорово, Арисак. Как сам? Мы тут нинтендовские головоломочки я решаю. С ебанцой слегка. Серьезно, он не металлический. Блять. Твою маковку, а? И что делать? Арисака, пойдет. Бля, может быть. Может быть, надо кубики потом сверху вниз поднять, построить из них еще на этаж выше. И оттуда сигануть на планере. Нинтендо, блядь, мозги мне ебут всякие. У нее свои. Сиди потом, решай. Пивка не въебать. Короче говоря, надо поставить. Арисака, Нинтендо могут. Так вот, да, я чё. Они лучше так немного с сюжетами парились, честное слово. Я тут посмотрел сегодня историю Зельды, оказывается, то, что таких линков, Зельд и Ганонов, просто до хрена. И они сами запутались уже с этих историях, то что... Короче говоря, неважно, в какую ты часть Зельды играл, один хрен ты, короче, Линк, и ты спасаешь принцессу Зельды. Я особо с серией не знаком, поэтому для меня, по-моему, Зельда, ну, это... Всегда была игра, короче, как раз вот. Я думал, что Зельда это вот этот ушастый пенис, короче. Оказывается, все по-другому. Он, оказывается, натурал у нас. Парадокс. Так, ну теперь стопудово должно получиться. Да ёб твою мать, все, блядь, лопнуло. Тут вообще наверху не очень-то камерой удобно управлять. Пусть знает, куда эта камера
Куда он приземлится? Вот так где-то? Потихоньку собрал какой-то. Пойдем. Главное, чтобы он по этим, по ребрам куба забрался. Что? Я однажды на стройке работал. И она с бригадиром рассказывал. Он говорит, строим дом пятиэтажный или девятиэтажный, не суть. Он говорит, бухаем. Выпили 3 банки самогона. С утра просыпаемся, дом, блядь, так вот пирамидкой стоит. Ничего, сдали, все нормально. Ты еще не долети. Эти козлина ссаная. А вот, допустим, с этой, да, наверное, штукой мне получится долететь. Да. Арисака, Лина встречает Зелду. Как назовем своего сына? И тут ГГ подумал, ну назовем его Зельдак. Зельдак. Слово дилда, да? Короче, я, блядь, себя неправильно вообще изначально сделал. Ёбаный, ты почеши, блядь. И как ты... Подожди. Может быть, этой хрени мне хватит, чтобы сюда забраться? Чтобы кубики эти заново не перестраивать. Блять, тела скатилась. Я когда дипломку защищал, мне вопрос задали. Нахрена эти как на стремянке резиночки внизу на ножку. Я говорю, блять, что не скользило. Все, экзамен сдал. Заебись, думаю, у вас вопрос. Там комиссия уже подвыебанная сидела. Не стали меня ошибка дрючить. Так. Эта херня хоть как-то держится. Лава, яйца. Я сюда заберусь, да? Так, Зельдак на месте. Теперь надо думать, короче. Как мне сигануть вот с этой всей конструкции? Вон туда. На другую платформу. Именно так, да? Господи, блин, да ты серьезно? Что мешало? Что? Тут ветер, я не знаю. Что за хрень, блин? Почему оно? Заебись. В натуре класс. Умеете? Фью-фью-фью, блядь. Какие лошади, ты чё? Блять, я взял все сломал вообще. Так. Все заново. Все хуйня, Миша, давай заново. Ебать, то ли все 3 кубика, блядь, не поставить. Ставь. Потом. Вот это. Вот сюда. Ближе. Примерно так. Пойдет. Затянется. Блять. Мне теперь те кубы не достать, да? Расстояние дохуя. Кривой, мудак. Давай перезагрузим. Надеюсь, они останутся на изначальных расположениях. Не знаю, может я что-то неправильно делаю, блядь. Конюшку потом надо сюда ебануть. Не, ну а как еще с одной платформы туда переместиться? У тебя 3 кубика и площадка эта ссаная, и все.
Наверх их составить прямо перед этой не получится. Ну, слава яйцам, кубики на месте. А ты, блядь, вы сейчас меня доведете. Так, а я нижний потом вообще заберу отсюда. Чуть-чуть давай, наверное, поближе, да? Так хотя бы. Здесь хватит. Бля, как задумал какую-то хуйню так вообще. В принципе, наверное, делит от темы интерес. Загадочками. Да, механиками разными. Я большое расстояние сделал. Типа звуковой сигнал, значит все на мази. Ставим. Это лучше выдернуть отсюда пока. Блять, она мне сейчас вообще все испортит. Как мне? Блядь, поебал. Застанет? Так. Нет, надо сначала ее поставить, а то я буду за ней тянуться, я просто упаду, пока кубики на месте, блядь. А там... там верхний уже там остался, твою мать. Так, вот все, вот лежи тут. Не пиздница? Надеюсь. Без того кубика мне наверх не подняться, да? Как легко можно устроить геморрой человеку с помощью, блядь, трех кубиков, да? Это жопа, блядь. Просто три кубика и чуть-чуть, вот у меня расстояние, если поставить эти кубики, мне чуть-чуть расстояния не хватает, потому что одна платформа чуть-чуть выше. А нахрен тогда их составляет? Надо поставить ровно на удаленное расстояние вот этой площадочки. Семен Семеныч. Ну, так пойдет. Ну, плюс-минус, у меня с глазомером не особо. Ставим. Нахрен я вообще их ставил там, чтобы с планера слететь. Долетает он с планера. О, бери. Вот и все. И так. И так. Оп. И сюда. Не упал. Я минут 10, наверное, просто так тут херней какой-то занимался. Все гораздо проще делается. Да, да, и такое бывает, очевидных вещей не видно. Бла-бла-бла. Еще бы одну сферу найти, и можно будет качать еще себе одно сердце плюс.
Говорят, то, что стамину важнее качать, но я что-то не вижу прям особой важности именно стамину качать пока что. Как, ну, качаю равномерно, а что больше пригодится, хер его знает. Ну, по идее, это не Dark Souls, где все от стамины зависит. Ну, большинство. Опа. Может, пойдем баран резать? Куры. На курицах можно не хуже, чем на планере летать, кстати. Такая же, да, конюшня-отель. Давай квест, может, какой возьмем. Если отсюда пойти на север, то можно добраться до замка. Ты там когда-нибудь был? Нет. Что за замок Хайрул? Говорят, он был разрушен 100 лет назад. Там должно быть много древнего оружия и всяких сокровищ. Как бы я хотела туда попасть? Прежде всего, ради редкого клинка из гвардейского снаряжения. Он мечта любого коллекционера. Любу хоть раз его увидеть. Но иди в замок очень опасно, хотя странный туман и рассеялся, монстров и машин там по-прежнему очень много. На том месте я бы туда не ходила. Так мне в конце вроде этой вообще всей игры только можно будет в этот замок попасть, разве нет? И Канго. Художник, кстати, мы с ним... Я до него кое сделал. А, ведь это ты нашел родник большой феи? Как интересно. Я вот тоже путешествовал, уже весь мир обошел. Так что если тебя интересует какое-нибудь незнакомое место, спрашивай. Может, у тебя даже картинка этого места есть? Покажешь. Так, подожди-ка. Вот этот Пиканго, в прошлый раз он мне тоже что-то про врата вот эти показывал. И он прямо объясняет, типа, куда тебе в следующий раз идти. Две башни. Озеро Колома. Со стороны озера надо встать вот там. Прямо, короче говоря, по этому. По ракурсу определенному. Слушай, да, походу понятно, что делать. И его причудливую форму ни с чем не спутаешь, она к западу отсюда. На его западном берегу есть роща, это место где-то там. Я там уже был, это место сказочно красивое. Слушай, так получается, резон есть как раз вот этого Пиканго искать все время. В каждой новой локации. Он типа по барешникам будет шакалить. Здравствуй, один путешествует, что обязан отдохнуть в этом замечательном заведении. На этой реке очень красиво. К северо-востоку отсюда есть тысячаные топи. Мне никогда это слово не встречалось. Тысячаные топи, там еще лучше. Но я люблю все красивое. Ты, наверное, и сам это понял, потому как я выгляжу. Да, с таким еблом только в топях тусоваться. Кстати, красивая у тебя вещица на поясе. Хочешь, расскажу тебе историю из молодости? Давай, время охуительных историй. Значит, уделишь мне минутку. В северной части Хайрульской равнины возрушается чудесный замок. Сейчас там обитает множество монстров, но когда им все восхищались. Дедушка моего дедушки был придворным шеф-поваром. Интересно, какие же блюда подавали на королевский стол? В детстве я всегда представлял, что ем необычную еду, а блюда, которыми наслаждался король. А необычные блюда, а блюда... Короче, он жрал королевскую пищу. Жирный шашлык, морской азу, каша с грибами, пудинг. Поэтому и вырос таким неотразимым. Угу. Я сейчас люблю поболтать с посетителями конюшни, высокой кухни. Ладно, вижу по твоему взгляду, ты хочешь поговорить о деле. В общем, так. Блять, он все это время не о деле разговаривал. Если ты когда-нибудь окажешься в замке Хайрул, пожалуйста, поищи книгу с королевскими рецептами. Мне очень хочется попробовать блюда, которые подавали самому королю. Ясно, доп. Задание, но я не знаю, когда мне доведется еще раз побывать. Вообще, когда-нибудь мне доведется побывать в этом замке Хайрул. Хочу кое-что купить. Что этот петушня продает? Стрела, ну, понятно, то же самое. Стрекоза. И бабочка грозовая. Они, может, по квестам будут нужны, но я их пока покупать не могу. А, печалька то, что тут не отметить продавцов, точнее... Их можно отметить, но непонятно, что они будут продавать. То есть нужно помнить каждого продавца и у него что там можно купить.
конюшня. Хорошо. Взять лучше. Ага, гнида из лупа. Как оригинально, да? Причем за лупом мне меньше доверяли. Как бы неиронично это не звучал. Ладно, мы ее пока брать не будем. Тут и так все интересно. Так. Вот у нас здесь... Где у нас город-то, блин, я уже... Вот, горы. Озеро. Озеро Дубковое? Серьезно? Ядра нет. 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 Тоже нет. Тоже нет. А где этот квест-то? Блин, я забыл. Так, пока я далеко от мужика не ушел, может быть, он напомнит. Разбудить. Название озера забыл. Так, хорошо. Место подсказать, картинка. Вот, смотри. Колома. Да, пошел ты нахер. Все, 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 я понял. Так, ось, да. Выходим. Карта. Так, Колома. Либо она в закрытой территории. Тут нет таких названий. Вот утырок. Да, это надо, короче. Батри. А что, серьезно, что ли? Этот прям эти горы отсюда везде со всех точек видно. Ну-ка, давай повыше. Эти горы, да? Я прям на них смотрю. Вот. Либо это озеро должно быть где-то вот здесь. Но ракурс реально другой. Так, давай, короче говоря, мы эту территорию откроем. Тихо. Где вообще тут у нас башня? Какая башня эту территорию открывает? Да, походу я пошел за лошадью. Что-то беда какая-то. Во-первых, надо найти башню. Может, это она? Так, если прямо смотреть, чик-чик. Блин, она может тут эту территорию. Грызуны эти летучие, блядь. Так, это по прямой.
Ну вот это, скорее всего, территорию открывает. Так, а еще какие башни есть? Надо выбрать нужную башню и пойти к ней в ее сторону. Все. Но какая из них нужна мне открывать, чтобы лишнее не открыть? Вот в чем проблема. Так, тихо. Вот, походу, вот это. Блин, тут бы лошадь мне не повредила. Ладно. Нет, все-таки я за лошадью. То эти пиздюки летучие меня сейчас, походу, быстрее загрызут, чем я оттуда доберусь. Вроде не было раньше мышей этих. Тут они прям просто стаями носят. Отстой. И причем какие территории ты по порядку открываешь, вот этот петушок появляется, короче, мужик, который тебе ячейки качает. В каждой есть у тебя конюшня. Ну и всякие приблуды. Что? Взять лучше. Передумал. За луку давай. Сейчас я ее позову, секундочку. Сейчас Салупу позову. Ага, хорошо. Хорошо. Залупа менее поворотливая, но тем не менее. Ей можно быстро добраться куда надо. Нет, стаминки как раз. Так, башня получается вот это. Я не понимаю, то ли лошадь психует. Вот ее реально. Я просто сейчас ничего не нажимаю. Да посмотрим, как она будет прямо скакать. Капрям. А че ее ведет тогда периодически? Че за ебучкой в кустарник уехал. Ну ничего, лошади травку любят. За флаг. Не ори. За флаг такой. Должен забираться Мега Марио. Мудяка такая. Ты будто сейчас какой-то пиздарец начнется, но нет. А. Можно вот к этим руинам быстренько подойти, наверное, да, облутать их. Я объясним. Я слишком сильно лупил лошадь. Походу гринписовцы игру делают. Вот куда ты пошла? Я вообще сейчас не нажимаю никакой стик. Она, блядь, хуяк повернулась. Ебанутая вообще. Вот постоянно ее в сторону. Че, блядь, назад-то поворачиваешь постоянно? Блядь. Когда на лошади едешь, я не знаю, что за хрень, зачем они так сделали. Твоя лошадь постоянно куда-то в сторону прет. Винт. Понятно, мне вал нужен. Ой, там, блядь, страшка сюда. Тут надо как-то по-резкому, да, пробираться. Кстати, второй моб на дороге, которого я убить не могу. Зато был кентавр какой-то. Да, тут и...
Если она еще раз застанет, то я покойник. Езда на лошадях — это полная жопа тут. Это все очень криво. Декатка у него. Прути. Все. Стой. Все. Он лошадь мою заебенил, что ли? Лошадь просто скакала. Мы ее обманем и позовем. Да, что-то все охотятся на меня тут. Это странная территория. Каждый хочет меня завалить. Илья Басканный. Добрый вечер. Здорово, Илюх. Так, ну это печалька. Он сейчас меня прям в жопу долбанет. На нахрен, ваншот. Но если бы не фея. Так, а с той стороны меня другое будет, да, пасти? Короче, надо, блядь, думать еще, с какой стороны залезать, что ли, на эту башню. Да ёпта, мать, вы че, угораете? Я типа должен двух стражей завалить, чтобы сюда вообще забраться. Понятно, он сразу же пасет меня. Вот с этой стороны кто-то палит? Вроде нет. Но мне стамины сюда не хватит залезть. Да? Я вроде отдышался. Ёбаный ты почеши, вы чё прикалываетесь? Но у него, блин, здоровье, пятихатка. Я просто сейчас все мечи поломаю, чтобы залезть как-то на эту башню. Подожди, может он как-то отворачивается вообще? Может его, блядь, как белку надо в глаз ёбнуть? Так, ну все, он потух. Кто палит? Ну вот я на не этот. Палит вон тот. Который прям ползает. Допустим. Ты, блядь, туда залезаешь, он тебя видит. Давай попробуем разъебать его. Ох, хуяк, и все, ты покойник, блядь, просто. Тут хардкор уже начинается, реальный, блядь. Я очко запалил и все. Да. Ты можешь по этой территории бегать, но ты ее, блядь, не видишь вообще в упор. Заебись я начал. Кстати. Надо кого-то из них валить. Ну-ка, иди сюда, пидорера. Так вот. Ну да. Хотя, в принципе, есть резон его захерачить. Что-то как-то я у него сшибаю так неплохо. Мы когда первый раз с этим уродом виделись, ну как-то посерьезнее казался. Короче, этот товарищ, ну, с десяток стрел обошелся всего лишь.
И мы у него забираем древний вал. Еще таких два вала. Я качну себе стазис. Нахрена я не знаю, но... Ржавали барды. Ну ладно, пососнай. Так, ну теперь точно можно забраться будет. Если тот пасет с правой стороны, то он меня этот уже не видит. Нормально. Хотя, может быть, и проблемы будут, когда я еще выше заберусь. Хотя вроде там проход есть. Посмотрим. Плохо то, что у меня двух фей уже замочили. Меня типа больше не воскресят. Жалко. Феи тут довольно-таки редко. Так, у меня стамина заканчивается. И да. Перекур. Все, полезно. Я думаю, если максимально себе стамину скачать, то можно прямо с самого низа, без геморроя, до верха долезть, не останавливая. Так, когда... Я смотрел там какие-то пару роликов у чуваков, у них там вот этот основной зеленый круг, потом второй и потом еще третий маленький, тоненький такие. И сердец там у них что-то штук 30, что ли, по-моему. Ну, очень дохера. Так, открываем локацию. Мне нужно озеро. Что-то коко-карику какую-то, блядь. Я опять забыл, как это озеро называется. Так. Там 6 букв назвали. И на К начинается. Сейчас еще надо будет глянуть, что вообще с этой башней мне видно. Мега заставочки надо глянуть. Ну, по идее, если я верную территорию открыл, то я должен найти сейчас озеро. И открою вторую местность. Типа пришел правильно. Бля. А серьезно? Типа надо все эти озера посетить, чтобы у них название появилось? Подожди, нет, подожди. Так, вот. Вот, вот оно озеро. Колома. Тихо, не то. Колома. Где колома? Вот, и она смотрит как раз на вот эти вот вещи. Колома. Чего поставить? Какую-нибудь, да похер вообще, давай вот так метку ставим, просто я не потерялся. Мы сейчас отметим, короче говоря, какие у нас тут видны святилища с этой башни. Вот так, наверное, лучше полить как-то. Это я вижу только одно святилище. Но они же там еще бывают. Под землей прячутся. Ладно, давай хотя бы одно отметим. Так,
Территория открыта, это открытая. И она вон тут. Сомневаюсь, что тут одно святилище. Вот прям вообще сомневаюсь. В этом пауче ползает. Так, ладно. Алома. Портуюсь вот сюда. Ладно, святилище. Мы сейчас просто, короче, доберемся до этой Колома. Найдем вот эту точку, где надо посмотреть. Смотрим вот это воспоминание, флешбэк. И, короче, хорош. На сегодня. Управление почти правильно. Плюс-минус где-то сюда. Правильно? Вот так. На скидочку. В принципе, пробегая вот эту вот всю территорию, как бы все равно я замечу, если где-то скрытые есть, ну, скрытые, не скрытые, короче, все я замечу эти святилища. На поиске у меня, в принципе, ничего не стоит, а вот это место. Только в сторону надо отойти. Вот как-то так. Ну ладно. Давай вон. Флэшбэков мне. Я бы еще на остров это сплавал. Хотя бы понятно, что делать, чем заниматься. А то как-то бросили тебя в середине и хер знает, что творить. Вроде вели-вели по квестам, короче, а потом хлоп и все, до свидания. Делай, что хочешь. Хорошо, теперь идем в Горанград. Надо кое-что подправить в чудище, чтобы Даруку было легче им управлять. Двигаться-то оно двигается, но нам предстоит еще столько выяснить. Зельда, у нас мегамозг операции. Чудище, оно было создано людьми. Значит, мы можем понять, как оно устроено и как его использовать. Мы просто обязаны во всем разобраться, изучить его до последнего винтика и пойти в бой. Че, ебаться захотел? Линк, это твой меньшон ведь особенный, я знаю. Это твой меньшон ведь особенный, я знаю. Он разговаривает со своим господином. Доставай. А с тобой он говорил? Естественно. Мы называем его мистер Пихулька. Короче, таких еще этих флешбеков будет 10 штук. И нам расскажут прям всю историю, как Зельдач Покер и его тёлка гуляли по вот этой вот всей местности, по всей вот этой карте. Пытались размотать главного ебаку всея Руси и так далее. Так, ну мне добраться, наверное, стамины туда доплыть не хватит. Но перебежками, по-моему, можно. Давай-ка мы здесь, короче говоря, сохранимся. Кстати, песочек такой вообще. Вырвиглазный просто. Это РГБ подсветка у него. Ладно, я туда вам скажу. Сохраняемся. Будем на этом заканчивать. Стримец. Всем, ребят, спасибо за поддержку. Кто не подписывался на канал, подписывайтесь. Лайки, комменты. Ну, короче, все знают. Вот.